Взрослая личность у меня ассоциируется с такими понятиями, как устойчивость и психическая гибкость. Это личность, которая создала внутри себя свои собственные точки опоры. Это внутренние границы своей личности, это своя внутренняя правда на тот или иной счет, понимание своих сильных и слабых сторон. Это личность, которая постоянно заботится о себе, слышит свои потребности, благодаря чему может позаботиться о ком-то другом, выполняя функцию родителя. Взрослый не боится желать. Он, подобно ребенку, четко улавливает в себе эти желания, но при этом реализует их, исходя из реальных возможностей на данный момент. Взрослая личность – это уверенный в себе человек. На мой взгляд, уверенность зарождается от понимания той правды, что человек никогда не достигнет безукоризненности. Он всегда будет в чем-то ошибаться, совершать ошибки, чего-то не знать, и это нормально. Взрослый – это тот, кто с легкостью признает свою ошибку, разрешает ее себе и берет на себя ответственность за последствия. Еще один важнейший навык взрослой личности – это способность быть в конфликте, не разрушаясь в нем. Одновременно с этим взрослая личность – это еще и тот, кто разрешает себе быть разным, проявлять себя по-разному в зависимости от контекста ситуации. И кажется, что именно в этом разрешении кроется внутренняя свобода, как неотъемлемое качество взрослой личности.